Так, ребят, короче, это в прошлый раз уже обо всем догадался. В общем, того огромного страшилу нужно просто выманить вот сюда в электричество, там включить все, и он здесь изжарился. А вот мне все-таки хочется посмотреть, что здесь. Ну, здесь хрен собачий. Все, теперь смотри, все-таки мы достаем нормальную пушку. Так, ты тут очень хорошо рассмотрел меня. Вот здесь, в общем, надо включить теперь вот этот вот трек-контрол туда. И вот эту вот фиговину. Вот эта фиговина. Ну-ка. То есть вот она уперлась сюда. Чтобы эта фиговина дальше прошла, короче. Так, вот трек-контрол. Мы сейчас сюда идем. Вот здесь мне надо сейчас перепрыгнуть как-то очень хорошо. Но это, в принципе, здесь не обязательно. Даже впустую я раскорочился. Так, здесь включаем. Сейчас вот она вон туда встанет, потом ее надо будет повернуть. А вот здесь вот. А, вот этот трек Power On уже. Хорошо. Так, здесь надо будет еще раз с победным воплем перепрыгнуть. Хорошо. Возвращаемся. Становимся сейчас вот на эту карусельку. Потом повернем. И потом ею, короче говоря, мы пробьем стену. В общем, сиськами на амбразуру, как говорили у нас в консерватории. Так, здесь аккуратненько культурно спрыгнули, культурно залезли. Поменяли направление. Я думаю, что здесь, наверное, можно спрыгнуть. Да. Так. А что она не идет? А почему она не идет? What the fucking go on? А почему она не идет-то? Так, трек Power, там он. А, вот. В принципе, я, наверное, могу с нее спрыгнуть пока. А это, наверное, я зря сделал. А, здрасте. Фриман, я тебя ждал. Да, я тебя тоже. Мне приказано передать тебе сообщение. Фу. Ты должен переконструировать эту устаревшую систему в некое подобие ракеты. Ага. Я точно не знаю, где она находится. Ну, сейчас метро у нас пойдет. Я был так озабочен тем, как свалить отсюда живым, что мне ничего не сказал. В общем, ракету тебе придется запускать самому. Да, кстати, шеф сказал еще что-то о группе Лямбда, которая вступит это в действие в случае, если они уничтожат это сообщение. Шеф, это Джимен. Ну что, пропускай меня тогда, друг, товарищ. Пропускай, что-то. Я сам, что ли, должен это нажать? Сейчас он меня стрелять начнет. Поехали. Ух ты, стоп, стоп. Вот здесь вот этих надо сначала будет убить. Эти висят, которые висюльки.